Здравствуйте. Хочу предложить вам связать вместе со мной рождественского оленя. Этот олень у меня связан в прошлом году. В этом году я решила связать такого же, но вместе с вами и из других ниточек. Видео будет разделено на три части. В первой части мы свяжем с вами голову, мордочку и ушки оленя. Во второй части мы свяжем с вами туловище, задние и передние лапки. В третьей части мы свяжем с вами ушки оленя и соберем его в целое. Олень вязался вот из такой пряжи. И крючком 3. А мы с вами свяжем из другой пряжи. Я вот беру более тонкую нить. Значит, размер будет меньше. Я беру белую и коричневую ниточку. И крючок 1,5. Итак, давайте приступим к вязанию. И начнем с головы оленя. Провязываем в начале начальную закрепительную петлю. Вяжем 2 воздушные петли. И затем во вторую петлю от крючка будем провязывать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Во втором ряду провяжем 6 прибавлений. В каждый столбик предыдущего ряда будем провязывать по 2 столбика без накида. У нас получится 12 столбиков без накида. Провязываем 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще одна прибавка. 11, 12. В следующем круговом ряду будем провязывать снова 6 прибавок. Теперь будем чередовать, провязав один столбик без прибавок. И в следующую петлю будем провязывать прибавку. Так повторять будем 6 раз. У нас получится с вами 18 столбиков без накида. Провязываем 1, прибавка 2, 3, 4, прибавка 5, 6, 7, прибавка 8, 9. 10, прибавка 11, 12, 13 столбик, прибавка 14, 15, 16 без прибавки и последняя прибавка 17, 18. Так у нас с вами уже 18 столбиков без накида. Продолжаем увеличивать круг. Теперь будем вязать 1, 2 и прибавка. Так будем повторять 6 раз. Провязываем 1, 2, первая прибавка, 1,
2. Вторая прибавка. 1. 2. Третья прибавка. 1. 2. Четвертая прибавка. 1. 2. Пятая прибавка. И повторим еще один раз. 1. 2. И шестая прибавка. И у нас получается с вами 24 столбика без накида. Пятый круговой ряд. Продолжаем увеличивать круг, продолжаем вязать 6 прибавок, располагаем их равномерно. И теперь будем провязывать 1, 2, 3 и прибавление. Повторять будем 6 раз. Провязываем 1, 2, 3. Первая прибавка. 1, 2, 3. Вторая прибавка. 1, 2, 3. Третья прибавка. 1, 2, 3. Четвертая прибавка. 1, 2, 3. Пятая прибавка. И повторяем еще один раз. 1, 2, 3. И последняя, шестая прибавка. И сейчас у нас в круговом ряду 30 столбиков без накида. Шестой круговой ряд. И продолжаем увеличивать. И теперь будем провязывать 1, 2, 3, 4 столбика без накида и затем прибавление. И повторим это 6 раз. Вяжем 1, 2, 3, 4. Первое прибавление. Провязываем из одной петли 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Второе прибавление. 1, 2, 3, 4. Третье прибавление. 1, 2, 3, 4. Четвертое прибавление. 1, 2, 3, 4. Пятое прибавление. И еще один раз. 1, 2, 3, 4. И последнее прибавление. Провязываем 35 и 36 столбики без накида.
И сейчас у нас в ряду 36 столбиков без накида. Продолжаем вязать дальше. И теперь будем вязать по кругу. Мы провязали с вами 6 круговых рядов. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ряды. То есть 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Умножаем на 36 столбиков без накида. И по кругу провязываем 252 столбика без накида. Провязали 252 столбика без накида. Теперь будем вязать убавление. Убавление также будем вязать в круговом ряду 6. 14 круговой ряд. Провязываем 4 столбика без накида, затем убавление. 1, 2, 3, 4. И убавление. Вяжем 1, 2, 3, 4. И первое убавление. Провязываем 2 столбика вместе. Повторяем второй раз. 1, 2, 3, 4. Второе убавление. Провязываем 2 столбика вместе. 1, 2, 3, 4. Третье убавление. Провязываем 2 столбика вместе. 1, 2, 3, 4. Четвертое убавление. 2 столбика вместе. 1, 2, 3, 4. Пятое убавление. Провязываем 2 столбика вместе. И повторяем еще один раз. 1, 2, 3, 4. И шестое убавление. Провязываем 2 столбика вместе. Провязали 14 ряд. И сейчас у нас в ряду 30 столбиков без накида. 15 круговой ряд. Теперь будем вязать 1, 2, 3. И следующие 2 столбика будем провязывать вместе. Так повторим 6 раз. 1, 2, 3. Первое убавление. Один, два, три. Второе убавление. Два столбика провязываем вместе. Один, два, три. Третье убавление. Один, два, три. Четвертое убавление. Один, два, три. Пятое убавление. И повторим еще один раз. 1, 2, 3. И шестое убавление. Провязываем 2 столбика вместе. Провязали с вами 15 круговой ряд. И сейчас у нас в ряду 24 столбика без накида. Продолжаем снова
Убавлять. В 16-м круговом ряду убавим также 6 раз. И теперь будем провязывать 1, 2 столбика без накида. И затем 3, 4 у нас будет 2 столбика провязанных вместе. Так, повторим 6 раз. Провязываем 1, 2, первое убавление, 1, 2, второе убавление, 1, 2, третье убавление, 1, 2, четвертое убавление, 1, 2, пятое убавление и последний раз, 1, 2 и шестое убавление. И сейчас у нас в ряду 18 столбиков без накида. И провяжем еще один последний ряд, 17-й. И теперь будем чередовать, провязывая один столбик без накида. И затем последующий, второй, третий будем провязывать вместе. И повторим это 6 раз. Итак, 17-й круговой ряд. Провязываем 1. У нас с вами должно получиться 12 столбиков. Потом будем 2 столбика провязанных вместе считать за один столбик. 2. Далее 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 2 столбика вместе, 10. 11. И шестое убавление. Провязываем 2 столбика вместе. 12. Так у нас получилось с вами 12 петель. Это последний был ряд. Мы вязали с вами голову. Обрезаем ниточку. И оставляем такую длину для того, чтобы потом она нам понадобится для пришивания. И теперь эту детальку мы наполним наполнителем. Я надеюсь, опытные вязальщицы, скажем, более опытные, чем совсем начинающие, не сердятся за то, что я рассказываю каждую петельку. Потому что меня просят многие подписчики, чтобы я рассказывала подробнее. То есть, как можно подробнее. Поэтому я вот так и рассказываю. Зато, как уже говорила, многие иностранные граждане уже научились считать русскими
цифрами. Вот так вот наполнили полок, можно чуть-чуть поплотнее. И теперь эту детальку отложим в сторону. Это мы с вами вязали голову. А теперь будем вязать мордочку. Сейчас я покажу, чтобы было видно, подниму камеру. Вот мы с вами связали вот эту часть. Видите, какая разница? Эта часть, этот олененок вязался у меня третьим номером крючка и ниточку потолще. И вот я связала такую же голову тоньше ниточкой и крючком 1,5. Вот такая разница. Итак, мы с вами связали голову и теперь будем вязать мордочку. Провязываем вначале начальную закрепительную петлю. Вяжем 2 воздушные петли. И затем во вторую петлю от крючка будем провязывать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду провяжем 6 прибавлений. В каждый столбик предыдущего ряда будем провязывать по 2 столбика без накида. У нас получится 12 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще одна прибавка. 11, 12. В следующем круговом ряду будем провязывать снова 6 прибавок. Теперь будем чередовать, провязав 1 столбик без прибавок. И в следующую петлю будем провязывать прибавку. Так повторять будем 6 раз. У нас получится с вами 18 столбиков без накида. Провязываем 1, прибавка 2, 3, 4. Прибавка 5, 6, 7, прибавка 8, 9, 10, прибавка 11, 12, 13 столбик. Прибавка 14, 15, 16 без прибавки и последняя прибавка 17, 18. Так у нас с вами уже 18 столбиков без накида. Продолжаем увеличивать круг. Теперь будем вязать 1, 2 и прибавка. Так будем повторять 6 раз. Провязываем 1, 2, первая прибавка, 1, 2, вторая прибавка, 1, 2, третья прибавка, 1,
2. Четвертая прибавка. Один, два, пятая прибавка. И повторим еще один раз. Один, два и шестая прибавка. И у нас получается с вами 24 столбика без накида. Пятый круговой ряд. Продолжаем увеличивать круг, продолжаем вязать 6 прибавок, располагаем их равномерно. И теперь будем провязывать 1, 2, 3 и прибавление. Повторять будем 6 раз. Провязываем 1, 2, 3. Первая прибавка. 1. 2, 3, вторая прибавка, 1, 2, 3, третья прибавка, 1, 2, 3, четвертая прибавка, 1, 2, 3, пятая прибавка. И повторяем еще один раз. Один, два, три. И последняя, шестая прибавка. И сейчас у нас в круговом ряду 30 столбиков без накида. Шестой круговой ряд. И продолжаем увеличивать. И теперь будем провязывать 1, 2, 3, 4 столбика без накида и затем прибавление. И повторим это 6 раз. Вяжем 1, 2, 3, 4. Первое прибавление. Провязываем из одной петли 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Второе прибавление. 1, 2, 3, 4. Третье прибавление. 1, 2, 3, 4. Четвертое прибавление. 1, 2, 3, 4. Пятое прибавление. И еще один раз. 1, 2, 3, 4. И последнее прибавление. Провязываем 35 и 36 столбики без накида. И сейчас у нас в ряду 36 столбиков без накида. Седьмой круговой ряд. Теперь будем провязывать 1, 2, 3, 4, 5 и прибавление. Итак, повторим 6 раз. Провязываем 1, 2,
3, 4, 5. Первое прибавление. 1, 2, 3, 4, 5. Второе прибавление. 1, 2, 3, 4, 5. Третье прибавление. Провязываем 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавление. Это у нас четвертое прибавление. Снова 1. 2, 3, 4, 5. Пятое прибавление. 1, 2, 3, 4, 5. И последнее, шестое прибавление. Провязываем 2 столбика из 1 петли основания. Итак, мы с вами провязали 7 ряд. И сейчас у нас в ряду 42 столбика без накида. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 столбика. И далее вяжем следующим образом. 8, 9, 10, 11 и 12 ряды. У нас получается 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Умножаем на 42 столбика. И провязываем по кругу 210 столбиков без накида. Итак, вяжем по кругу 210 столбиков без накида. Провязали мы с вами 5 рядов по 42 столбика без накида, 210 столбиков без накида. Приступаем к вязанию 13 кругового ряда. Теперь будем провязывать сокращение, то есть 2 петли будем провязывать вместе. Таких сокращений провяжем 6. И будем чередовать 1, 2, 3, 4, 5. И затем 6, 7 столбик будем провязывать вместе. Так повторим 6 раз. У нас получится с вами 36 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. И первое убавление. Провязываем 2 столбика вместе. Повторяем 1, 2, 3, 4, 5 и второе убавление. Один, два, три, 4, 5.
третье убавление, провязываем 2 столбика вместе, 1, 2, 3, 4, 5, четвертое убавление, 1, 2, 3, 4, 5, пятое убавление, провязываем 2 столбика вместе и повторим еще один раз, 1, 2, 3, 4, 5 и последнее, шестое убавление. И сейчас у нас с вами в круговом ряду 36 столбиков без накида. Следующий ряд снова будем провязывать 6 убавлений. Теперь будем чередовать, провязав 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбики, будем провязывать вместе. Повторять будем 6 раз. 1, 2, 3, 4. Первое убавление, 1, 2, 3, 4. Второе убавление, 1, 2, 3, 4. Третье убавление. 1, 2, 3, 4. Четвертое убавление. 1, 2, 3, 4, пятое убавление и повторим еще один раз, 1, 2, 3, 4 и шестое убавление, провязываем 2 столбика вместе. Итак, у нас теперь в круговом ряду 30 столбиков без накида. Итак, провязываем 15 круговой ряд. Вяжем 1, 2, 3. Четвертый и пятый столбик провязываем вместе. Это первое убавление. 1, 2, 3. Второе убавление. 1, 2, 3, третье убавление, 1, 2, 3, четвертое убавление, 1, 2, 3, пятое убавление и еще одно убавление, провязываем 1, 2, 3,
И последнее 6 добавление. И у нас с вами получается 24 столбика без накида. И теперь ниточку обрезаем. И вот у нас заготовка мордочки готова. Ее мы немного наполним наполнителем. И так же, как и головку, оставим в стороне. Вот у нас уже с вами голова и мордочка готовы. И теперь приступим к вязанию ушек. Вот они, уши. Здесь такие большие. У нас они получатся меньше. По крайней мере, у меня. Я ведь не знаю, какой вы ниточкой будете вязать. Итак, приступаем к вязанию ушек. Ушек нам нужно будет связать 2. 7 и 8 круговые ряды вяжем 2 ряда по 36 столбиков, получается 72 столбика без накида. Итак, вяжем по кругу 72 столбика без накида. Провязали 7 и 8 ряд, 72 столбика без накида. Продолжаем вязать. И будем вязать 9 круговой ряд. И все последующие ряды будем вязать с убавлениями. В каждом круговом ряду будем убавлять по 6 петель. В 9 круговом ряду провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбики будем провязывать вместе. И так повторять 6 раз. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 провязываем вместе. Это у нас первое убавление. Повторяем 1, 2, 3, 4. Второе убавление. 1, 2, 3, 4. Третье убавление. 1, 2, 3, 4. Четвертое убавление. 1, 2, 3, 4, 5 убавление. И повторяем еще один раз. 1, 2, 3, 4. И последнее 6 убавление. Так мы провязали с вами 9 круговой ряд. И сейчас в ряду у нас 30 столбиков без накида. 10 круговой ряд будем также убавлять, и теперь будем чередовать, провязывая 1, 2, 3 столбика без накида, и 4, 5 будем провязывать вместе. Повторим это 6 раз. 1, 2, 3. Первое убавление. 1, 2, 3. Второе убавление. 1, 2, 3. Третье убавление. Провязываем 2 столбика вместе. 1, 2, 3. Четвертое убавление. 1, 2, 3, 5 убавление,
И последний раз повторяем. 1, 2, 3. Последний раз убавляем. Провязываем 2 столбика вместе. И сейчас у нас в круглом ряду получится 24 столбика без накида. И провяжем последний ряд ушка. 11 круговой ряд. Чередуем, провязав 1, 2 столбика без накида. 3, 4 провязываем вместе. Вяжем 1, 2, первое убавление. Будем считать его за 1 столбик. 3, далее 4, 5, второе убавление. Это будет 6 столбик. 7, 8, 2 столбика вместе, 9, 10, 11, 2 столбика вместе, 12, 13, 14. 2 столбика вместе, 15. И еще повторяем один раз. 16, 17. И 2 столбика вместе, 18. И у нас в ряду получилось 18 столбиков без накида. И теперь ниточку обрезаем на длину, которое можно будет потом сшить и пришить ушко. Затем ниточку вдеваем в иголочку и сшиваем ушко, вот так сложив его в 4. Вот сложено в 2. И еще один раз. И вот так у нас складывается ушко. И сшиваем детали. Ушки мы не наполняем, так как они достаточно объемные сами по себе получаются. И таким образом сшиваем ушко. И ниточка у нас еще остается, так как мы само ушко будем еще пришивать голове. Итак, у нас готова голова, готова мордочка. И готово 2 ушка. И на этом мы первую часть заканчиваем. Немножко отдохнем. А я вас жду во второй части видео. Поэтому не прощаюсь. Говорю вам до скорой встречи.